Бокер Тов, доброе утро. Сегодня Шушан Пурим. Мы продолжаем нашу недельную главу, которая называется Цав. И в этой главе есть заповедь приносить жертвы грехочистительные и жертвы повинные. Как приносится жертва грехочистительная? Хатат называется. Берут животное, режут его на северной стороне жертвенника и кровью мажут рога жертвенника, возвышение по углам жертвенника. Остальную кровь выливает у основания жертвенника. Жировые части вынимают из туши, сжигают, то есть это обе почки, жир, который на них, жир, который над тазом, тот, который над печенью, и отделяет грудобрюшную преграду от печени. В общем, весь этот внутренний жир сжигают на огне. А саму тушу коины обязаны есть. И они ее должны в этот же день есть, потому что это жертва высшей святости. И написано, что для жертвы грехоочистительной и для жертвы повинной один закон. Казалось бы, то же самое сделать. Человек не знал, что он согрешил. Он это потом понял, когда изучал Тору, он понял, что заповедь он нарушил. Не знал, что это так делать нельзя. Он пришел в храм, пришел к коину, объяснил все, что он сделал. Коин говорит, тебе нужно принести повинную жертву. Хотя написано, что для жертвы грехочистительной, жертвы повинной один закон, приносится она совершенно иначе. В грехочистительную жертву в основном приносят козла, если это царь, козел, если это кто-то из народа. В общем, а здесь приносится только из барана. Так написано в книге Севера Хинух. Значит, жертва режется также, как и грехоочистительная, на северной стороне жертвенника. Но кровь ее, с ней по-другому. Кровью не обмазывают углы возвышения жертвенника, а окропляет жертвенник со всех сторон. Так же, как это происходит у жертвы всесожжения. И когда отделяют жировые части, то есть не отделяют грудобрюшную преграду, это диафрагма, от печени, а берут ее с частью печени. И эти все жировые части также сжигаются. Шкура, естественно, остается коину, который ее приносит, как и в случае жертвы грехоочистительной. И коины обязаны тоже есть эту жертву в этот же день, потому что это жертва высокой святости. Этим отличается жертва повинная от жертвы грехоочистительной. Когда человек ее принес, то тогда его наказание прощается, но написано, что когда человек искупает грех заповеди делай, то тогда сразу ему все прощается. Человек, который искупает грех заповеди делай, то наказание откладывается в Йом-Кипур, а в Йом-Кипур прощается. Вот так. В этом разница между жертвой за повинную заповедь и за грех. Вот так. Ну, заповедь, которая называется делай или не делай. Вот такая разница у нас. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, памяти Ури бен Харинтон, Мендель бен Мендель, за здоровье Борис бен Мария, Светлана бат Клара, Анна бат Ривка, Полина Пел бат Соня Сура, Женя бат Ида, Лена бат Клара, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Исхак Шимон бен Бейла Мотал, Фира бат Анна, Гитл бат Мирьям. За хороший дух Арона Рия бен Двойра, Денис бен Нахум, Авигаль бат Сара.
Всем шаббат шалом, всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.